Всем привет! Видео о том, как заклепать цепь, странным образом набрало какое-то большое количество просмотров, и самым часто задаваемым вопросом был, чем же я, собственно, это заклепываю. Я всем отвечал, что это специальное приспособление компании EDIT для своих цепей под 520-ю, 25-ю, 30-ю цепь. Поэтому сегодня у меня в руках вот такая вот коробочка, в которой находится та самая выжимка от компании EDIT, которая производится в Японии. Сегодня я сделаю для вас конкретно обзор этого приспособления и более детально расскажу, что же оно из себя представляет. Итак, выжимка EDIT на данный момент из последнего прихода поставляется вот в такой вот картонной упаковке, а внутри вот такая металлическая коробка. Ранее они приходили вот в таких пластиковых коробках. Это вот рабочая наша обжимка, я чуть позже к ней вернусь. Вот такая вот KM500R. Значит, конкретно к нашей. Значит, поставляется в металлической коробке. Внутри у нас инструкция. Инструкция, естественно, на японском. Но так как дело это все работает с Европой, внутри есть международный английский язык и инструкция с рисунками о том, как же правильно ей пользоваться. Полностью все расписано, как, зачем и почему. Все положения расписаны и конкретно каждый элемент для чего используется. В принципе, все доступно и понятно. Так, внутри у нас сама обжимка лежит. Так, коробку пока в сторону. Вот она вот у нас вот такая. Значит, в комплекте идет сама вот эта вот рама. Пин. И пластина для запрессовки. Так, покрупнее. Пластина для запрессовки звена. Вот такая. Значит, по качеству изготовления, ну, как бы, все отлично, все супер. Пин сам. Вот такой. Вот эта вот часть сделана специально для того, чтобы распрессовывать замки. И плюс ее в том, что она конкретно рассчитана под дидовский замок. И если чуть-чуть где-то ты передавишь, то шанс того, что лопнет пин на замке, минимальный. А вот для других производителей, да, были случаи, что, допустим, у того же GT, если чуть передавить, то может лопнуть на замке. Сама эта штука здесь лопнуть не может, она довольно крепкая и лопать нечему. А вот эта вот часть, если при выпрессовке цепи вы слегка не попали в метку, перекосили в сторону и так далее, очень легко ломается, о чем свидетельствует вот эта вот коробка, в которой лежит куча поломанных пинов. Но это поломанные пины от 428 и 420 цепи. Они тоненькие и более хрупкие. Если мы сравним, вы видите, 520 и 420. Поэтому вот такой сломать очень просто. Они очень легко ломаются, будьте аккуратны. Это выжимка KM500. Она идет в комплекте с таким пином под, понятно, 500-ю цепь. 520, 525, 530. Отдельно можно приобрести переходник под 428-ю вот с таким пином. Они отличаются. Пины я уже показал, а сами рамы, смотрите, она уже, потому что шаг меньше, сами понимаете. Так, что дальше? Значит, на самой выжимке есть вот эти АБ. Это для того, чтобы вы могли позиционировать при заклепывании или расклепывании цепи правильно все. Видите, там специальный шарик стоит. Для того, чтобы не промазать в метку. Ну и как ей пользоваться, все подробно в инструкции описано. Качество очень хорошее.
рекомендую к использованию, но в личных целях это очень дорого. То есть раз в 3 года переклепать цепь, ну в 2-3 года, для себя это будет дорого. Поэтому рекомендую тем, кто конкретно занимается обслуживанием мотоциклов, ну, что-то типа мастерских больших и так далее. Естественно, за любым инструментом нужно следить, поэтому сюда может забиваться смазка, когда вы в перчатках крутите. Поэтому тоже требует к себе внимания, иногда надо это все дело промывать. А, и еще один прикол. Я, когда открывал коробку, увидел здесь такую наклейку. Смотрите внимательно. Toya Steel GP. Я думал, что это завод, который производит эти выжимки для компании DIT. Но я ошибался. Я нашел этот завод, и он производит коробки. Именно коробки. У них большой ассортимент коробок и различных, скажем так, ящиков инструментальных, конкретно для инструмента. Поэтому, скорее всего, выжимка делается на том же заводе, где делаются цепи, а коробочка — это просто приятный аксессуар. Рекомендую. Всем пока.